Руков, то сегодня у нас вторник, и мы опять идем в кино. Мы опять идем в кино, а перед этим спасибо Костя, мы идем еще в кафе. Все, мы пошли, спасибо. Все, мы идем. Мы идем, поэтому мы идем сначала мы идем в кафешку. Нет, я другую хочу кофту одеть. В кафешечку идем. Нет, я одеваю черную свою другую кофту. Нету. Я иду в это, сверху на другую кофту одеваю. А, ты да, можешь идти так, ты не замерзнешь. У меня вообще нет куска, который теплый. В общем, поехали. Еще с друзьями, с такими же, у которых родители приехали. Мы с ними идем сегодня. Костя специально издевается надо мной, выключает свет. Я это включу, чтобы вы знали, как он надо мной издевается. Все, все, вот мы идем. Костя, вот. Прекрасно. Так, все, вот я иду. Это я. Все, вот мы идем. Красивые все. Кафе. Вот. Вот, мы едем так, как меня видно. Мы едем, направляемся сегодня с нашими друзьями, у которых тоже приехала мама с папой, с Израилем. Они говорят, давайте пойдем куда-то. Я говорю, ну давайте. Я говорю, у нас по вторникам кино. Пол цены. А вообще, можно еще и в кафешку какую-нибудь перед этим заглянуть. Поэтому мы едем сейчас в кафе «Арома». Израильтяне, те, которые из вас меня смотрят, знают. Это кафе, оно в Канаде тоже есть, кафе «Арома». Оно «Арома», израильская «Арома». Те, кто смотрит меня в Канаде, ребята, привет. Вы тоже знаете, куда я еду, особенно кто живет в моем районе, видит меня. В том числе Аня, привет лично тебе. Вот. Мы сейчас едем, попьем какой-то кофе с пироженками, может быть, немножко туда-сюда, и поедем. На какое кино мы едем? Сегодня мы едем на фильм новый, который вышел, называется он... Как он называется у нас? «Интерн». То, что называется на русском «стажер». Костя вообще не может слушать мою всю болтовню. Он говорит, господи, Инна, когда ты уже наконец-то замолчишь. А я вот все говорю, потому что я довольная, потому что мы пользуемся этой возможностью, которая у нас не всегда появляется, куда-то пойти, выйти. Я вообще, вы сами знаете, что у нас такая возможность была «Аватар». Но я кричала «Аватар, Аватар», но после того, как вышло это видео, и я посидела, подумала, я вспомнила, что последний был не «Аватар». Я клевету навела на нас. И моя мама помогла мне тоже вспомнить, что это был не последний наш фильм. Мы с Костей еще ходили, когда вышел вот этот вот... Iron Man. Никакой Iron Man. Вот этот вот Intention, как это? Начало, вот это фильм «Начало» с Ди Каприо. Там, где они входили в несколько уровней сна. Вот этот фильм мы ходили. Вот в каком году он вышел, вот мы на новый на него пошли. Это, наверное, 2011 был где-то, да, 12-й. Ну, не 12-й, наверное, 11-й год. Вот это был наш последний фильм. Мама тоже сидела с Эдуана, у нас гостила. И мы пошли в это кино. Я была, помню, под огромным... Можно здесь свернуть, можешь там, где хочешь. А я была под огромным впечатлением после этого фильма. Просто сумасшедшим впечатлением. Вот. И все. А сегодня мы идем на «Интерн». На русском называется «Стажер». Великолепные артисты. Реклама фильма хорошая, все о нем говорят. Он вышел. В общем, мы идем. Потом вам расскажу, что было. Но сейчас мы направляемся в кафе. Если мне удастся хоть что-то снять, я вам, естественно, это покажу.
выпили, все сожрали, никому ничего не оставили. Миша еще остался. И грустное окно с Костиным лицом. Мы вышли из фильма. Я делаю видеоотчет. Было просто супер. Ребята, я рекомендую. Это такое романтическое кино. Именно это не мелодрама, как Костя говорит. Это не просто, это именно такая вот лирическая, даже не знаю, очень такой приятный фильм. И Де Ниро играет. И вот эта актриса, я не знаю, как ее зовут, я ее очень люблю. Ан Норстон какая-то. Это, как он называется, «Черт любит Праду». Она, там я ее впервые увидела в этом фильме. Потом там еще в нескольких видела. Костя, ты забыл, куда надо ехать в пол первого ночи? В общем, одним словом, я еще не пристегнулась, конечно. Вот, я пристегиваюсь сейчас как раз. Ой, ой, ой. Вот вы сейчас на Костю посмотрите. Фильм просто, просто фильм обалденный. Такой... Неудобно. Мне полностью отбивает, я ничего не вижу. Такой позитивный, такой и там столько смешных моментов. Мы насмеялись, у меня аж до слез. Я уже 10 раз свои глаза повытирала. Такой, ну просто вот рекомендую. Кто любит такие вот, он и легкий, не нужно напрягаться, чтобы там понимать, какие события происходят серьезные. Очень классное кино, так что дети, смотрите. «Интерн», на русском он называется «Стажер». Просто вообще рекомендую. Масса удовольствия. Мало того, что мы пошли с друзьями, провели время перед фильмом, хорошо. А еще и вот фильм просто, ну, просто столько положительных эмоций, с хорошим настроением идешь спать. Лампочка есть какая-то? Нет? Так, я не закончила. Я решила сказать, еще все-таки в машине меня было плохо видно. Все уже дома, в кровати, помылась. Время 10 ночи. Как хорошо такое... Хорошее ощущение после фильма, что мы пострелили, такие хорошие актеры, хорошая игра, такое все положительное, так поднимает настроение, просто в полном заряде. От фильма немножко отходишь как от своей рутины домашней, от каких-то там проблемок. Так хорошо, сразу становится легко. А я хвост сняла, а я хвост не сняла, еще хвост не сняла. Так что, ребята, я вам рекомендую сходить, получить удовольствие. Сейчас я иду спать уже, видите, я говорю, глаза уже закрываются уже. Вот, желаю вам хорошего дня, потому что, когда вы будете смотреть, это, скорее всего, у вас будет утро или день. Спокойной ночи, бай-бай.